Добрый-добрый день! Сегодня я хочу на завтрак своим любимым мужчинам приготовить блины. Жарко, конечно, блины печь, но хочется их побаловать. Сама, конечно, не буду. Сейчас уже поставила разогреваться сковороду, блиницу. Покупала я давно, по-моему, в магазине «Светофор». Сковородку-блинницу. Стоила она что-то район 300 рублей. Вообще дешевая была. И у меня уже лет 5 она мне служит. Так что не всегда от цены качество. А покупала я ранее за 1500 сковородку для блинов. Жуткая. Жуткая. Вся от тепла, от газа она выгнулась, как-то вспучилась. Не понравилось. Я ее сразу же выбросила. Ну, как сразу? Я раза три, наверное, ей попользовалась, блины попекла и все. А вот за 300 рублей очень удачная. Блины уже замесила. Как говорят, развела или завела. Я говорю всегда, замесила тесто. Замешиваю. И также тесто для блинов, для пирожков все замешиваю. Что сюда добавила? Мука, сахар, яйцо 2 штуки, масло подсолнечное 1 ложку столовую и прям чуть-чуть немного сахара. Все это развела, замесила и буду складывать уже готовые блины. Еще ни одного блина нет, я только-только-только буду складывать вот в эту блинницу. Блинница была куплена, как вы, наверное, уже помните, в магазине Fix Price. Она, кстати, материал доломит. Но всегда ведет себя замечательно. Вот сколько она уже у меня, я уже не помню. Ну, когда вот ее выпускали? Я сразу же купила, она мне понравилась. Во-первых, и дизайн красивый, симпатичный. И мне нужна была блиница. Я все ходила, подумывала, думаю, нужно блиницу купить, нужно купить. Ну и в Фикс Прайсе подвернулась эта блиница. Сразу после, допустим, приготовления блинов складываю сюда, каждый блинчик смазываю маслом. Да, масло нужно достать. И что? И закрываю. Когда блины, допустим, уже все съели, я блиницу сразу же мою. Сразу. Я ее помыла, протерла сухой салфеточкой. И никогда ее не замачиваю, не оставляю в раковине там, чтобы она замачивалась. Что ее замачивать, если блины лежали здесь, ничего такого не нужно замачивать там. Вот, поэтому мою, протираю и сразу же в шкафчик на хранение. Так, для вас не прошло и секунды, а уже блины готовы. Они сохраняют свое тепло вот в этой блиннице. Блинница, кстати, глубокая. Тарелочка сама глубокая, классная. Мне нравится. Ее, конечно, эту блинницу расхватали в магазине Fix Price на раз-два. Хотя и многие писали, что ой, доломит. Девочки, смотря как вы будете ухаживать и за фарфором, и за фаянсом, и за чем угодно. И если мы будем ухаживать... мыть и просушивать сразу даже доломит, ничего с ним не случится. У меня, кстати, из доломита горшки для цветов стоят на лоджии и на балконе. И уже я не знаю сколько лет. Помните, розовые продавались такие из серии кружева. На улице у нас, конечно, жара неимоверная. Я маме звонила сегодня, сказала, не ходи никуда. Ну, просто головокружение может быть от жары, тем более у пожилого человека. Перед выходом к маме я решила сегодня быстро, за 5 минут, ну, за 10 минут пересадить цветок. Если вы слышите за окном шум, у нас косят в 8 часов утра траву. Газон должен быть миллиметр в миллиметр, не выше, не ниже. Вот такой вот у нас садовник. Сейчас покажу, какой цветок я быстро хочу пересадить. Не один, а два. Решила пересадить два цветочка. Плющевидную пеларгонию, она у меня в отдельном горшке. И каллу.
Молоденькую калу я ее уже давно поставила в воду. Ну как давно? 2 недели у меня вот она стояла. 2 недели и получился вот такой замечательный корень. Она молодая, детка от основной калы. Я когда мыла листья в ванной, поставила горшок с калой в ванную и промывала все листочки, у меня отделилась вот эта детка. Просто как, знаете, как вымылась она. И я решила, думаю, почему не пересадить, это знак. Вообще, сегодня я собиралась мыть на балконе окна. Но вчера с мамой разговаривали, мама спрашивает, какие у меня сегодня планы. И я говорю, что планы у меня сегодня, ну, помыть окна. Мама говорит, ой, было бы замечательно, если бы ты пришла, погостила. И я изменила свои планы. Я решила прийти и к маме погостить. Окна помою после работы, если получится. Положила я сюда салфеточку и не буду мыть я камешки, потому что, ну, смысл сейчас все равно землей все засыплю. Так, и я решила сегодня ехать к маме. Уже испекла блины, так как мама просто одним словом сказала, что, ой, Светлана, хотелось бы блинов, придешь испечем. Но зачем в такую жару мы будем печь, если я утром испеку и съезжу к маме. Плюс мне еще нужно по делам будет заехать. Поэтому я убью одной поездкой двух зайцев. Вот и быстрая пересадка. Калла, детка. Получилось у меня вот в таком горшке. Я думаю, небольшой горшок, но потом подумала, что нет, небольшой. Калла растет быстро, если ей созданы условия. А условия — это своевременный полив, плюс, конечно же, удобрение и хороший горшок. Все, быстро пересадила. Теперь моя душа спокойна, я могу уже ехать по своим делам. А то, знаете, когда знаешь, что тебе нужно что-то сделать, ты это еще не сделал, и как-то что-то незаконченное. Меня спрашивали, почему я не делаю заказ в Васильке уже давно. Ну как давно? Недавно. Сейчас просто лето. Летом хочу сделать перерыв. Да и у меня, в принципе, пока все есть. Как только что-то нужно будет, я обязательно закажу. В Васильке хорошее, допустим, и постельное белье. Отличное просто постельное белье. И покрывало хорошее. Но я пока поглядываю, мне ничего не надо. Поэтому еще вопрос. У меня одна сестра, Надежда, или еще есть сестры-братья? У меня есть сестра родная, Надежда, и 3 двоюродные сестры. Надежда тоже, Лариса и Людмила. Вот. Так, ну что, наверное, одеваемся и выходим. Все, я собралась к маме. У меня сегодня вот такие вот сережечки. Что-то я их давно не одевала. А подругой привезены из Турции. Классные. Так, легкие брюки, которые я покупала. Они графитового цвета. Уже вот в эту покупку летом. Я открыла лето. Надежда своими покупками открыла лето. Я своими покупками открыла лето. Футболочка у меня была в прошлом году, я покупала. Босоножки у меня тоже, по-моему, в прошлом году я покупала голубые. И голубая сумочка. У меня получается сумка к босоножкам, а графитовые брючки к футболочке. Мне нравится у футболок, девочки, я не знаю, как вам, а мне нравится, когда вот мысиком так сделано, буквой В, больше, чем круглые. И моя любимая сумка, я ее очень люблю, мне ее в прошлом году мама с сестрой подарили. Такая она прям классная, у меня есть обзор на эту сумку, если полистаете, в плейлисте найдете. Все, и пакет с блинами. Эту сумку я ношу или через плечо, или вот так вот просто ношу, или под локоток. Да, вот так вот, если она у меня идет через плечо,
под локоток тоже удобно. Короче, сумка универсальная. Там одно отделение, короче, найдете. Обзор летней сумки, по-моему, называется. В прошлом году, за 2020 год. Все, вперед. Мне очень понравились эти штанишки. Прям очень. Размер штанишек 50. А футболка 48 размер. Да, я не такая большая, как я смотрюсь на видео, возможно. Вообще, если честно, я похудела. Похудела у меня 4 килограмма минус. Вот так. Это так кажется, что Светлана ест все подряд. На самом деле нет. Иногда позволяю себе там что-нибудь съесть. Раз в неделю позволяю себе кофе с мороженым. Это просто прелесть, но это вознаграждение за целую неделю. Допустим, если я не пообедала, не позавтракала, допустим, даже, а иногда я не обедаю, не завтракаю, просто не получается кушать. И я ужинаю, но ужинаю тоже не плотно. Поэтому воскресенье, скорее всего, так вот по субботам нет, а ну не всегда по субботам, не всегда. Бывает, но очень редко кофе с мороженым, а обычно это каждое воскресенье. Вот. Ну все, я побежала. Если будет что-то интересненькое, я вам обязательно покажу, но мне еще нужно будет зайти в магазин. Сегодня теплый солнечный день, просто очень теплый. 35 градусов. И посмотрите, что я вам хочу показать. Розы. Розы расцвели, распустились такими красивыми, прям красивучими бутонами были. А теперь распустились. А, с того края я не могу показать, получится против солнца. Там идут белые розы, затем персиковые розы. В серединочке проходят у нас красно-бордовые розы. И вот участочек есть, там лососевые. Извиняюсь за шум, потому что мы в городе. Смотрятся они очень красиво. И при такой жаре они выстаивают, цветут и до самой глубокой осени. Хороший сорт. Кто знает, что это за сорт? Вот мне бы такой сорт, знаете, на дачу. А вот сломали розочку, наверное, припалили, что ли. Или не сломали, может быть, она так нагнулась, вот лежит. Жалко очень. Поправить бы ее, но скажут, лазит по газонам, поэтому не буду. Но хотелось бы ее поправить, чтобы она была, чтобы она стояла. И вообще лето, самый-самый замечательный сезон, самое замечательное время. Ну, для меня, по крайней мере. Шикарные улитки. Есть поменьше, но она по-другому сделана. А вот это прям как натуральная. Красавица. Мы пришли посмотреть в садовый центр. Горшочки и песок нам нужен. Пересаживать цветочек. Сейчас что-нибудь найдем. Кстати, поддоны большие. На один поддон поставить несколько цветочков. Маленький горшочек. А какие красивые, смотри. Разноцветные. Можно под фиалки, под кактусы. Ну да. Ну и а вот этот, смотри, горшочек. Вообще, тоже, малыш, малыш. Вот горшочки. Да, ну здесь уже по цветам. А мне нравится вот такой горшок. Но здесь они дорогие. У меня вот такой вот диаметр, этот самый сансервирия. Такой вот. Кстати, цвет очень приятный такой. Застрял. Посмотрите, какие. Можно собрать большие, маленькие. Интересные. А мне нравится вот такой вот стиль. Светленький. Тяжелые. Тяжелые.
вазоны для дачи и подставочки. Ой, а тут еще бегемоты есть. Милота, милота. Горшки различные. Кашпо, подвесные кашпо. И вот на дачу можно и укромный материал купить, и также вот эти вот опоры. Я в маске, может быть, звук не совсем четкий. Вот такая вот опора интересная тоже для вьющихся. И горшочки мне понравились. Сюда можно также поставить 4 этих фиалки. Легкие и стеклянные, и пластиковые, любые. А также здесь есть грунт, субстрат, все что угодно. Магазин хороший, но не бюджетный.